Двое детей устроили перестрелку с полицией в городке Энтерпрайз, что в американском штате Флорида. 12-летний мальчик и 14-летняя девочка сбежали из приюта и проникли в дом, в котором хранилось изрядное количество оружия и боеприпасов. Когда на место прибыли патрульные, дети открыли огонь по стражам порядка из дробовика и автомата Калашникова. Эти кадры, снятые нагрудной камерой одного из полицейских, показывали, как происходила перестрелка. Правоохранителям пришлось прятаться за деревьями, так как дети одновременно вели огонь из разных точек здания, постоянно перемещаясь. Бой продолжался 35 минут. Девочку в итоге ранили, после того, как она попыталась прицельно выстрелить в сотрудника полиции из дробовика. Позже ее прооперировали, состояние оценивается как стабильное. Мальчик сдался вскоре после этого. Ни один сотрудник полиции не пострадал. Мотивы детей пока неизвестны. Но девочка уже попадала в поле зрения правоохранителей. В прошлом году ее арестовали за поджоги.